Олег Кожемяка поздравил с Днем Учителя сотрудников сферы образования Приморья. Во время приветственной речи глава региона отметил, что воспитатель и учитель – это главные люди в жизни любого человека. Ведь первые знания, навыки, ценности, жизненные ориентиры закладываются именно в детском саду и школе. Мы со своей стороны вот в течение там, 3 лет работаем над тем, чтобы повышать престиж профессии педагога, воспитателя. Принимаем различные меры для того, чтобы в коллективы школьные приходили новые педагоги, для того, чтобы молодежь видела перспективы в этой профессии. Это и подъемные те, которые выдаются там, от 220 до 440 тысяч, это и доплаты, это и другие льготы, это институт наставников, который позволяет учителям с более большим стажем делиться своим опытом с молодыми, вести их. Это решение правительства, которое было принято президента о классных доплатах. И, конечно, сейчас имеет это большое значение. Далее в торжественной обстановке Олег Кожемяка вручил почетные грамоты губернатора Приморского края. Также с приветственным словом во время праздничного мероприятия к педагогам обратилась министр образования Приморского края Эльвира Шамонова. Это непростая профессия. Это профессия призвания. Но кроме призвания, которое есть у нас с вами в сердцах, а я отношу себя к педагогам, так же, как все мои коллеги, это еще и миссия. Кроме того, с теплыми словами, поздравлений и пожеланий выступили представители Законодательного собрания Приморского края и Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации. Анна Дьякова, новости на 8.